Дагестанских атлетов, триумфаторов летних сурдлимпийских игр в Турции, встретили сегодня в Махачкалинском аэропорту. Напомним, что представительные соревнования проводятся среди глухонемых спортсменов раз в 4 года. Воспитанники дагестанских спортивных школ в составе сборной России завоевали 5 медалей. Тему продолжит Алина Хасанбекова. Все награды были завоеваны дзюдоистами. Чемпионом игр стал Руслан Аскеров, которому не оказалось равных в весовой категории до 66 килограмм. Он, а также его трое земляков Инна Танашева, Курбан Муртазалиев, Мурат Магомеддилаев стали победителями призеров в командных соревнованиях. Вернувшихся с триумфом на родину спортсменов с почестями встречали представители Министерства по физической культуре и спорту республики, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, родственники и друзья. Наши спортсмены демонстрируют высокие показатели, выступления на международной спортивной арене. И сегодня мы встречаем наших героев спорта. Давайте поприветствуем еще раз. Скажем большое спасибо. Они совершили настоящий подвиг, дорогие земляки. Присутствующие сказали много теплых слов и поздравлений в адрес чемпионов. Сурдлимпийские игры проходят с 18 по 30 июля в турецком Самсуне. Шанс подняться на пьедестал есть еще у двоих дагестанских атлетов – Аскара Аскарова в вольной борьбе и Шамиля Исакова в тэквондо. Встреча победителей продолжилась концертной программой, в которой приняли участие и сами спортсмены, станцевав лезгинку. Алина Хасанбекова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.